Друзья, всем привет! Вы на канале Ваш Мастер. Сегодня будем ремонтировать стиральную машину Whirlpool. Данной стиральной машине примерно лет 15, может быть даже больше. Такие машинки выпускались очень давно. И вот, собственно, на таких аппаратах я и учился ремонтировать стиральные машины. Жалоба на эту стиральную машину такая, что машинка в процессе стирки постоянно набирает воду и в итоге бьет сервис. То есть что-то в ней неисправно. Я еще не знаю, что с этой стиральной машиной. Сейчас вместе с вами будем ее диагностировать. Включаем на любой режим. Ну, точнее, не на любой режим, на режим, на котором у нас набирается вода. Например, давайте поставим вот быструю стирку, 35 градусов. И включим ее в розетку для начала. Все, нажимаем старт. Стиральная машина заблокировала люк, включился сливной насос. Сливной насос, видно, никто никогда здесь не менял. Рычит, что дурной, тоже как бы его под замену желательно. Вот, начала набирать воду. Свет здесь как бы не очень, буду подсвечивать телефоном. Стиральная машина у нас начала набирать воду, затем включился сливной насос, она немного подсбросила воду, и сейчас она уже пойдет как бы набирать основную часть воды на стирку. Это так и должно быть. Перед каждой стиркой стиральная машина проводит самодиагностику. У каждой стиральной машины эта самодиагностика своя. То есть начало стирки у всех немножко отличается. Ну вот мы видим, она начала у нас крутить барабан. Право-лево, реверс есть, это хорошо. Все, у нас перекрылись клапана, стиральная машина начала стирку. Если мы поставим стиральную машину на паузу, то есть вода из барабана у нас уходить не должна. А мы видим, что уровень воды в нашей стиральной машине падает. То есть вода в выключенном состоянии самотеком вытекает из машины. Это говорит о том, что стиральная машина у нас подключена неправильно. То есть вот у нас выход канализации, он должен быть сделан выше, чем уровень воды стиралки, примерно на высоте 80 сантиметров, а он у нас практически у самого пола. Даже вот мы видим, шланг у нас на стиральной машине прикреплен нормально, в принципе, идет, выходя из машины, он идет вверх, но тем не менее самослив у нас происходит. Друзья, самослив — это, ну, другими словами, сифонный эффект. В канализации у нас происходят там какие-то процессы, то есть гуляет воздух по стояку, и вот этот воздух у нас
вытягивает воду из стиральной машины, грубо говоря. То есть для того, чтобы этого не было, нужно либо делать правильное подключение канализации, либо в систему ставить, продаются вот такие вот клапана. Сейчас я его распечатаю. Вот так вот он выглядит. Вот этим концом клапан вставляется в трубу канализации, а на этот конец одевается у нас шланг стиральной машины. В принципе, это самое простое решение данной проблемы. То есть, чтобы там ничего не колхозить с трубами, просто берете, покупаете вот такой вот клапан, и проблема у вас уходит. Все, сейчас я поставлю клапан в канализацию и будем проверять работоспособность. Вот таким вот образом все это должно у нас выглядеть. Вот. Крышечку вот эту вот проверьте, чтобы она была плотно закручена, иначе через нее будет просачиваться вода и вытекать вам на пол. Вот сюда вот можно прикрутить какой-нибудь хомутик для надежности. Ну, я этого делать не буду, так как шланг у меня натянулся плотно. Никуда он отсюда не денется. Все, и вставляем другим концом в канализационную трубу. Все, давайте теперь проверять. Вот у нас насос подсбросил воду, и уровень воды у нас держится. Это говорит о том, что все получилось, и клапан у нас, в принципе, держит. Самослив у нас пропал. Давайте сейчас дождемся, пока стиралка полностью наберет воду и начнет стирать. Затем мы ее поставим на паузу и посмотрим опять, будет самослив или не будет. Все, клапана у нас перекрылись, стиралка начала основную стирку. Теперь мы ее выключаем. Сейчас у нас водичка в барабане успокоится. Все, и мы видим, что вода у нас никуда не уходит. Все стоит на месте. Смотрим, вот можно по сотам в барабане определять, уходит или нет. Вот мы видим, что все нормально. Теперь, прежде чем закончить работу, нам нужно включить стиральную машину на отжим или на слив. И проверить, ничего ли у нас
не подтекает там, где мы делали. Вот, как мы видим, что все нормально, ничего у нас не подтекает. Все красиво. Тут осталось мокрый след, это я, ну, при разборке водичка натекла со шланга, не обращайте внимания. А так здесь все хорошо, ничего не течет. Все, в принципе, стиральная машина работает, крутит. Кому это видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал.